Всем привет! Вот и наступают выходные, наше любимое с вами время. Вы любите кошек? Этих милых, пушистых, но своенравных животных? Вот мы очень. Если вы разделяете нашу любовь к усатым друзьям, то следующее мероприятие точно для вас. Юрий Куклачев и его кошки вновь приезжают в Щелково. 15 марта в Центральном дворце культуры состоится юбилейная программа. Театр кошек Юрия Куклачева уже более 20 лет является единственным театром кошек в мире. Не упустите редкую возможность окунуться в атмосферу тепла и доброты, зарядиться позитивом от талантливых полосатых артистов и их потрясающего руководителя. Приходите, начало 18:00. Также в воскресенье вы можете отправиться на семинар о похудении. Да-да, если вы думаете, что для похудения нужно питаться воздухом и водой, спешим вас обрадовать. На лекции «Ешь и худей» расскажут, что это вовсе не так. Развенчает всем известный миф профессиональный тренер по фитнесу и бодибилдингу Евгения Черникова. Она также расскажет все секреты диетологии и нутрициологии. Семинар пройдет в Монино по адресу улица Авиационная, 2А, 15 марта в 15:00. Если зимние виды спорта вас по-прежнему не отпускают, то предлагаем отправиться на ледовую арену имени Третьяка. Покататься на коньках там можно в субботу с 18:15 до 19:15 и в воскресенье с 14:30 до 15:30, а также с 17:30 до 18:30. Чрезвычайно опасное, увлекательное и удивительное путешествие барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена на Луну покажут в Щелковском театре 14 марта в 16:00. Кто такой Мюнхгаузен, барон Враль или самый правдивый человек на Земле? Где грань между правдой и вымыслом? Так ли это важно, если вы отправляетесь в путь самым находчивым, смелым и остроумным путешественником, который может показать вам дорогу даже на Луну? Только не забудьте прихватить с собой свое воображение и фантазию. Ведь без них вы не сможете помочь барону преодолеть все испытания, которые готовит ему загадочный и волшебный мир. А что на этих выходных ожидает нас в кино? 12 марта вы можете сходить на «Пиноккио». Легендарная история живет на больших экранах, как никогда ранее. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого всем сердцем. Также с 12 числа на больших экранах боевик «Вин Дизель Бладшот». К жизни возвращают недавно убитого солдата Рэя Гаррисона, Вин Дизеля. Армия нанороботов в его крови превратила Рэя в бессмертного Бладшота, наделенного сверхчеловеческой силой и способностью мгновенно самоисцеляться. Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания, но герой пойдет на все, чтобы выяснить правду. Фильм основан на популярном комиксе-бестселлере. Сегодня на этом все. С вами, как и всегда, была Мария Буржинская. Увидимся ровно через неделю. До встречи!